В 2012 году указом главы учрежден День охотника. Этот праздник способствует укреплению национальных традиций и бережному отношению к природе. В рамках Дня охотника в Нерюнгринском районе прошли экологические уроки в школе-интернате для малочисленных народов Севера по темам флора и фауна Нерюнгринского района, а также конкурсы и викторины. Ну и, конечно, гвоздь программы – первенство по стрельбе. Смотрите далее. Минувшие выходные стали настоящим праздником для охотников Нерюнгринского района. На территории карьера «Гранитный» состоялись соревнования по стрельбе. Сегодняшнее мероприятие у нас проводится первенство по лично-командному по лично-командной стрельбе из гладкоствольного оружия по дисциплине спортинг. Традиционное мероприятие проводится в районе пятый год и собирает немало любителей охоты. Организаторами этого мероприятия является муниципальное образование Нерюнгринский район и комитет охраны природы, Министерство охраны природы и охотобщество. Нынче желающих помериться навыками в меткости оказалось немного. Заявки на участие подали более 20 человек. Для некоторых это первый опыт таких состязаний. Охотник-то я совсем недавно, буквально год. Пока еще как бы не охотился, ни на дичь, серьезно. Даже по движимой мишени не стрелял ни разу. Будем первый раз здесь учиться, там охотиться. Среди участников были и более опытные стрелки. Причем в обычной жизни это представители самых разных профессий. Так, для руководителя танцевального клуба Геннадия Говенко охота – это один из способов отдыха. Я весьма рад, и не последний, я так думаю, потому что сбил очень много мишеней. А вообще нравится и охота, и рыбалка, и вообще нравится общаться с природой, отдыхать после долгих будней. Несмотря на ветреную погоду, первенство по стрельбе спортинг состоялось успешно, и нынешний день охотника удался. Тамара Игнатьева, Аяла Мусов, НВК Саха, Нерюнгри.